Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас пельмени, это бездонатный аккаунт, который я развиваю с нуля. От тебя я попрошу поставить лайк, а от себя обещаю пилить в день целую кучу видосов. Давайте просто будем, скажем так, честными. Мне от вас нужна мотивация, а вам просто этот лайк как бы ничего не стоит поставить. Тем более, что если вы хотите видеть побольше контента, я вам весьма буду благодарен. Также не забываем подписываться. Все, да, без доната. И вот я вам показываю это пельмень. Как бы, кстати, что у нас в дурке происходит? Я сейчас несколько дней особо не играл. У нас, ребят, все по-старому, да, если шо, берете, вступаете, хотя не знаю, может быть мест нету, но мы в дурке. Кстати, а что у нас по топу? 196 место в топе, друзья, по силе, и это гильдия без доната. Но я думаю, что скоро снова будем проверять, кто с донатом, кто без доната, и исключать ребят. Ладно, места найдутся, ну или после битвы гильдии. Кстати, вот битва гильдии, результаты, а? Вот, получить гильдии, рейтинг гильдии. Вот. О, нихера. Нихера у нас тут не прошло людей. Ни... А, стой, ёпта, я такой сижу, типа, нихера, я такой, ух ты, ёб твою, а что это так, а чё это, ух ты, пипец, сколько народу не прошло. А сегодня же битва гильдии, ёб твою, я хотел посмотреть за прошлую битву гильдии, я такой, ух ты, что ж случилось-то такое, а? Ладно, давай там, садись поудобнее, наваливай себе покушать, вкусняшек всяких, можешь писать в комментарии, что себе навалил покушать, что пьешь на данный момент, а я почешу свой нос и начну это видео. А, так, первое, что хотелось бы вам рассказать, то что смотри-ка, да, сегодня посидел, кошмарочки попроходил, было время, четвертую кошмарку прошел, ну, на пятую пока силенок не хватает, то есть, ну, вы сейчас можете увидеть. А, вот это вот без тыквы. Вот что у меня опять, да, вот что у меня опять не приближает, не отдаляет. Ну-ка, сейчас, о, заработало. Ну и, к примеру, наблюдаем картину. Берем вот так вот, да, высаживаем. И, как бы, вы увидите, что я пройти ее не смогу. Короче, столкнулся, короче, с местом, где пройти не могу. Ну, здесь просто, видишь, много героев, мы не успеваем их убить. Плюс еще Космо достаточно слабенький и быстро отлетает. Хотя сейчас удачный заход, потому что изначально Космо ударил под себя. Знаешь, ударил под себя. Слушай, а может, чем черт не шутит? Может быть, сейчас возьмем и пройдем? А, прям на видосике. Да я думаю, что... Слушай, Космо... Тьфу-тьфу-тьфу, блин, боюсь сглазить, но вроде держится, вроде держится. Я напомню, он без таланта, он, грубо говоря, без ничего. Сейчас я вам все покажу. Откроем ништяки, паролим пыль, да, у нас там уже давно лежит пыль. Я бы не сказал бы, что много, но тем не менее, почему бы и не да. Так, давай, елки-палки. Ну, что вы там, ребята? А ребята, давай не останавливаемся. Может быть, еще кого-то успеем эволюционировать сегодня, ребят. Опа! Анубиса убили быстрее, чем Космо. Слушай, я даже не знаю, по какой причине. Раньше, я говорю, все время первый отлетал именно Космо. Это тот герой, который больше всего урона наносит подземелью, да? И он всегда первый отлетал. Сейчас он, видишь, держится, а Анубис почему-то сдулся. Ну, как бы... Я проходил подземки, забыл на космо поставить, знаете, что забыл поставить? Питомца. Вот потом поставил, но поставил панчбоксы, типа урон увеличивающий. От этого Космо не должен жить быстрее. А, может быть, за счет того, что я ему судьбу немножко подкачал. Сейчас вам расскажу прикол. А, так, окей, мы прошли. Ну, дальше уже, наверное... Буду без вас проходить, или, слушай, или, может, с вами попроходить. Я не знаю, вам интересны вот такие вот прохождения или неинтересны? Просто фишка заключается в том, что я очень часто, когда прокачивал героев, забывал им прокачать судьбу. И сегодня обнаружил нескольких героев, у которых вообще судьба была не прокачана. Это тот же Космо. Вот, сейчас можно подкачать Анубиса. Ага, видишь, золото закончилось. Ладно, ладно, не суть. Так. Окей, а, еще моментики интересные. Наконец-то, смотри, здесь просвет сотый просвет, елки-палки, прокачал, за счет этого смог эмблему поставить. Дальше, смотри, здесь тоже сотый просвет, смог нормальную эмблему поставить. Правда, конечно, нормальных эмблем у меня мало, но я смог. Здесь смотрим, ну, тут, видишь, просвет понемножечку качается.
Судьба вот такая. Ну и как бы я хотел сегодня вообще паролить таланты. Ну, может, вот вместе с вами и паролю. Ну, мы, конечно, героя, наверное, прокачать не успеем. Но талантики, может, паролем. Так, ну здесь что-то вообще жестко, мне кажется. Здесь что-то сейчас мы отлетим нахер. Давай. Видишь, космо куда-то далеко ударил. А лучше бы он, наверное, под себя ударил. Под себя, знаешь, звучит как будто, ну, типа, срется под себя, я не знаю как. Ну, потихонечку проходим. О-о-о, подожди, надо подхилить. Подхилили. Магия там еще не вся до конца прокачана. Сами должны, ребят, понимать. Так, ну. И даже посмотрите, ну и питомцы, по сути, я очень часто сижу такой, думаю, что такой слабый отхил от питомцев? Что такой слабый отхил от питомцев? Потом понимаю, это ж не основной аккаунт, там питомцы-то с Гулькинос прокачанные. Че, откуда там быть какому-то нормальному отхилу? Он за рекосмо ударил и потихонечку берет это все дело, грызет. Когда космо прокачаю просвет, туда тоже можно будет нормальную эмблему поставить. Так. Слушай, у нас тут эпик герой наш может слиться. Что-то нас, конечно, жестко тут застанили. Но космо дико помогает. В подземке, если бы не было космо, я бы так далеко, наверное, не прошел бы, потому что просто тупо по времени не успевали бы все раздолбать. Так, у нас тут остались черепа по героям. Это херня. Главное, чтобы мы успели сейчас по времени все пройти, потому что половина времени прошло, и мы как бы набили только еле-еле 50%. Но сейчас вроде должно пойти быстрее. Так. Смотри, там грызет Фрея черепа. Ну, черепа я не боюсь. По-любому мы всех черепов разложим, пока до них дойдем. Давай-давай там фигачим. Летит урон нормальный. Так. О, космос зачищает. Красавчик. Да, не так быстро, как хотелось бы, но зачищает. Идем дальше. Ну, я думаю, что... Хотя не может... Ну, если космос сейчас еще раз сюда долбанет, а не куда-то сюда, то по-любому успеем. Видишь, магические башни, они, скажем так, слишком, уж слишком, друзья, берут и тормозят мою пачку. По 43 тысячи у нас цепелин отнимает. Как бы такое. Так. Ёлки-палки. Не туда бьет космо, но, в принципе, я думаю, что сейчас мы справимся. Ба-ба-бам. И это у нас получается пятая кошмарка будет пройдена, да, и мы будем офигеть какими красавчиками. Летим дальше. А, я знаю, в чем еще прикол. Я же тут эти флаг активировал, да, защита, бодрость. Вот когда я четвертую кошмарку проходил, я совсем забыл про это, понимаете? Вот в чем плюс. Вот почему у меня получается проходить. А там как бы прирост там нифиговый. Так. Уже 14%, 16%, 20%, 22%, 25%, 26%, 28%. Слушай, космо хорошо будет держаться, я думаю, вообще, когда... Ой, когда ему талант нужный поставлю. Ну, коробок у нас не так много. Может быть, и не получится. И, ребят, ну, как бы лепим лайки, пожалуйста, да? Вот. Очень-очень важно. Опа, космо вырубили. Это означает, что мы, наверное, не успеем пройти все это дело. Сейчас такой думаю, эх... Жалко, у нас тут не стоит никакого трианта, седна или барда. Да, ну, бард, сука, мне не выпадает. Но опять же, вот видишь, вся проблема в грёбаных этих башнях. Вся проблема в грёбаных башнях. Да, многие из вас напишут в комментариях, прокачай этого, кого там прокачать. Прокачай Феникса. Да прокачаем, не бойтесь. Нормально все будет. Ну, вот 49%, да, мы тут За минуту набрали 50%, но опять же, это мы с космо набрали. А сейчас у нас космо нету. Ну, надежда на некроса. Теперь он у нас главный демагер, он и херачит, да, грубо говоря, по территории. Ну, цепляет там 1-2, полтора здания. Вот. Ну, плюс цепелин. Посмотрим. Я не знаю, делаем ставки, успею я, не успею тут пройти. Так. Когда-то мы так мучились с этими кошмарками, да, там нужны были топовые аккаунты. Сейчас посмотри, просто там с первой эволюции героями. Жах, трах тебе дох и нормально. Так, что-то я делаю ставки, что мы не успеем, друзья. Ну, некроса, да, некроса не станет. Это, конечно, радует. Посмотри, как медленно, да, он там по 35, по 70 тысяч херачит по зданию.
стычки, но при этом как бы полчаса это здание пытается ушатать. У нас остается 50 секунд, 74%. Вот, слишком рано нас покинул Космо. Слишком рано нас покинул Космо, но вот эту вот часть герой успею додолбить, но тут как бы большущая часть для Некроса, и вот здание неудобно поставленное. 34 секунды, нет, тут мы, конечно, наверное, не успеем додолбить. Да, посмотри, даже как бы умение Космо, он, ну, он не ваншотит ни хрена, он ни хрена не ваншотит. Ну, я думаю, что сейчас есть смысл взять, попытаться выбить талант какой-нибудь на защиту для Космо. Подожди, там не кросс, да, там, если я не кросс, а кросс с Космо путаю, вы уж извините. 10 секунд, в принципе, нам буквально чуть-чуть не хватит, да? 7 секунд, 6, посмотри тут, просто ерунда. Казалось бы, буквально 3 здания останется, ну, 4. Ну, мы-то, по идее, можем дальше пройти, но хочется на 3 звезды. Давай, события, карта богатства. Отправиться в рейд 3 раза, ладно, потом отправлюсь. Парящий остров, смотри, опачки, идем сюда. Еще раз, идем сюда. Что нам отсюда может выпасть? Ну, как бы так, ну, как бы, не, ну, что нет-то. Давай, погнали. Долбим быстро. Долбим быстро. И все, и у нас как бы все закончилось. Тут какие-то ресурсики мы забрали. Это смех, друзья. Короче, очень хочу на Космо получить талант, как он называется, щит дракона. Не знаю, добьюсь я этого или нет, но очень хочется. У нас 50 коробок только. Так, ну по допам вроде у нас все нормально было. Вроде у нас все красиво было. Гнев мимо. Берсерк мимо. Ложный выпад тоже. Да, и нам надо какой-то талант. Тоже хотелось бы. Щит дракона. Тихое укрытие. Снижает получаемый урон на 38%. На 28%, когда атакован, накладывает смолчание на случайного ближайшего вражеского героя. Ну, давай, я не знаю, на первое время поставлю. Щит дракона хотелось бы также получить и на Фрэнке. Вот, на Фрэнке. Или ему этот победный выпад. Ой, не победный. Ну, короче, тоже там, где ограничивает отражение. Значит, на Фрэнке будем эту херню искать. Огненную защиту. Я не знаю, тут на кого поставить. Огненная защита. Огненная защита. Целитель душ. Тут уже огненная защита стоит. Ну, как бы... Может, подожди. Стрелок. Ну окей, стрелок нормальный. Кстати, да, у нас есть стрелок. А! Оккультист у нас без таланта. А, давай ему тогда. Ну что, пускай бегает. Хрен знает, правда, когда я до него доберусь, но пускай бегает. Так. Давай, реанимация. Вот реанимация. Реанимация всем, кому надо, уже стоит, если я не ошибаюсь. Ну, тут можно поставить. Но она, как бы, мне кажется, она не единственная у нас, да? А, землеройки тоже надо что-нибудь поставить. Ну, ему тоже этот, блин, проклятый... Как этот талант назывался? Где урон дает и ограничение урона на отражение. Каменная кожа, все мимо. Оживление, в принципе, никому не надо. Уже кому надо, поставил. Разброс. Реанимация тоже уже стоит. У всех все хорошо. Давай! Смертельный удар. Огонь жизни. Ну, нет. Реанимация. Видишь, как бы, вроде коробок много, да? Но вот талантик нужный, сука, не хочет выпадать. А вот хотелось бы ожог. Даже вот когда пятерки, по сути, ролишь. Да, блин. Друзья, у нас там еще какие-то ништяки есть. Может быть, оттуда коробки выпадут. Бастион. А мы, хотя я не помню, сколько у меня там ништяков. Но что-то мне кажется, что и я зря, конечно, трачу последние коробки. Ну, типа, их копить, ждать, мне, грубо говоря, тоже надоело. Да, проклят, ну, хотя бы, ну, проклятый доспех-то должен упасть. Ну, он часто падал.
Ладно, я понимаю, щит дракона, до свидания. Но проклятый доспех. Огонь жизни. Стойкость. Тоже да, уже вроде стоит кому надо. Каменная кожа. Ракушка лезвия. Гнев. Твою ж дивизию-то, а? Каменная кожа. Ну, гнев уже. Вы, давай по 20 раз еще упадите, твари. Ярость небес. Ну, серьезно, где новые таланты? Берсеркер. Ярость небес. Бастион. Надо было щит дракона ставить изначально на космо, наверное. Потому что... О-о-о! Блять, аллилуйя. Потому что, ну, как бы... Демону-охотнику можно было бы и другой талант поставить. Отлично. Давай ставим. Ставим. Все хорошо. Теперь смотри. Он будет уменьшать урон. И при этом ограничение на отражаемый урон. Ну, то есть, ну, прям хорошо. Прям замечательно, жалко просто... Видишь, жалко красных камней нету. Вот в чем проблема. Ну, давай доролим. Поменять. Так. Каменная кожа мимо. Бог войны мимо. Живление мимо. Ну, а, ну и тут этих карточек, на самом деле, не так, чтобы много. Ну, может, на стриме их паролю. Ну, прям хорошо. Прям хорошо, друзья. Так, судьбу можно... Ой, я еще и 720 самоцветов заработал. Судьбу можно, да, как бы подкачать, но нам надо в рейд сходить. И у меня скоро будет шестая таблетка. О, сколько здесь добра. У меня скоро будет шестая таблетка, ребята. Так, нормально, маны, золотишко тут подзаработал. Все хорошо, выходим пока... Никого не ушатали. Нормально. И давай еще куда-нибудь сходим. А-а-а! Так. Слушай, что-то у нас... Да, видео длинное получается. Но я постараюсь успеть пройти подземки. Каждый раз, знаешь, типа один... Какой-то один определенный план, да, на видос. Что я буду делать. И каждый раз это все моментально меняется. Моментально. Так. Вот. Слушай, а эти рейды засчитываются? Или там надо полностью... А, надо еще один рейд сходить. Ну давай сходим еще один рейд. Так, судьбу этому дурачку прокачаем. Опа. Ну нормально как бы, нормально все. Так, и давай еще один рейд. Ну, по сути, здесь просто высунуться. И как бы и нормально. 64% сразу набили. Так. Есть. Это что? А, это кого-то надо прокачать. Ну, допустим. Вот так вот делаем. А, я еще, знаешь, что я сегодня парился такой? Я хотел там эволюции кому-то делать. Я такой парился. Ой, блин, у меня ж нет КГшек. А потом я вспомнил, разработчики же дали 102 этих слизи золотые. Это же прям хорошо. Кстати, знаете что? Знаете, что это означает, что мы можем кому-то левел подкачать? А, космо. Улучшить навык. У меня судьба какая? А, 18-я. Кому-то я не смог на максимум прокачать. А, ну в принципе. В принципе, нормально все. В принципе, все хорошо. Так, про просветик не забываем. Так, этот дурачок у нас прокачан по просвету. Давай ему. Так, проклятый доспех надо выбить. Ну что? Пошли? Теперь-то космо хер убьют. Смотрите, изи. Теперь-то космо хер убьют. Теперь-то у него защита. Теперь-то он вообще красавчик. Хотя не, смотри, там что-то пытаются по хпшке его понизить. Но вроде как бы нормально. Вот если космо продержится в бою 3 минуты и будет долбить, да, по зданиям, то как бы хорошо. Смотрите, даже силёнок у космо не хватило до конца башни добить. Так, нормально, нормально, держимся. Уже 35% за 30 секунд. Хорошо идем, друзья. Прям замечательно. Так, еще сари накинули, да? Прям хорошо. Так, 50% меньше, чем за минуту. Нормально идем. И да, смотри, как бы тут даже нету намека, что космо могут ушатать.
Даже нету намека. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Но, к сожалению, да, видишь, силёнок не хватает до конца, все здания. Вот здесь вырубил. Здесь вырубил. Так, здесь замечательно у нас. Так, должны успеть. Ну, да, тут, конечно, еще бы Феникс хорошо смотрелся. Ну, ничего, нормально. Пока что из космо нормально. Если его не станет, конечно. Бабах, и все. Этих зданий не должно здесь остаться. Все, добили. Так, половина времени уже прошло. Так, эту тучу зданий добили. Ну, сейчас и здесь добьем. Здесь уже дело техники. Так, все, башенки добиваются. Сейчас еще космос сюда долбанет. Все! Можете поздравить, я прошел. Теперь давай самую последнюю, самую жесткую. Посмотрим, что из этого получится. Атака. А, ну, полетели. Магические башни будут нас тормозить. Хопа! Так, космо куда-то ударил. Здания жирнющие. Что, думаю, надо магию кидать. Мне кажется, здесь нормально героев простреливают наших. Ну, а, хотел сказать, космо держится, но ему по нему хорошо прилетает. Вот под себя бы он ударил. Было бы вообще замечательно. Слушай, тут некроса так нехерово пробивают у нас. Ну, он тут всех вдалеке, короче, клашматит. Ой, Анубиса уж почти... Ну, одну жизнь почти ушатали. Космо почти ушатали, сволочи! Космо, держись! Космо, держись! Мы даже вот рядом герои стоят, эти драконы. Так, кто-то Морез, что ли. И мы их ушатать не можем. Еще тут стоим полчаса, отхилиться не можем. Жестко, жестко что-то. Под себя здесь ударь, космо. Под себя ударь, уничтожь эти башни. Сколько можно унижаться? Давай, соберись, тряпка. Так, некроза, живи. Ты тоже нужен. Не, некроза... Фу ты. Космо куда-то бьет, хер знает куда. Тут его станет, поэтому он бьет раз в полчаса. Нас проходит уже почти половина времени. И мы еле-еле набили, короче, 48%. Если, типа, космо сейчас убьют, то, типа, вообще вариантов нету. Мне вот интересно, вы дегенераты этого дракона когда-то убьете или что? Или вы его пробить не можете, не понимаю. Или это самый везучий дракон в этом подземелье? Вот, только сейчас 50% набили. Еще целая толпа героев. Целая толпа героев. Дракона грызут полчаса. О, космо под себя ударил. И смотри, сразу пошли шевеления. Так. Анубис, держись. О, сейчас они там Деда Мороза полчаса били. Так. Дракон. Это... Ну все, мы должны пройти. Хотя 50 секунд, пацаны. Далеко не факт. Но героев почти всех убили. Вот Анубиса вражеского вроде бы добили. Миноса добили. Череп остался, это ерунда. 30 секунд, 36 секунд, чтобы все здания ушатать. 10%. Ну, как бы... Если б не было космо, да, как бы еще фиг его знает. А так нормально. Все, да, успеем, успеем. Успеем! Да! Да! Фух, прошел. Слушайте, я, если честно, даже не верил, что я, во-первых, сегодня допройду пятую кошмарку, а во-вторых, я не верил, что, типа, получится, как бы, космо найти нужный талант. Но мы, как бы, нашли, и, как бы, все достаточно неплохо. Давай посмотрим, что у нас там по ништякам. Я вам обещал какие-то ништяки открыть, а они у нас есть. Так, это легендарная... А, это Купидон. Так. Тут ерунда. Отсюда нам ничего не надо. О, нормально. 5 золотых слизи. Это хорошо. Так, давай дальше. Сундучки. Хорошо. 30 книжек, допустим. О, 5 коробочек. По чуть-чуть наберем. Здесь что нам упадет? Ну, допустим. Так, ну, как бы такое. Тут скины, я так понимаю, здесь не на здание скины, да, тут на героев скины. А у нас ворожей, кстати говоря, до сих пор нету. Вот такая вот житуха, ребята.
Вот такая вот житуха. У нас за 11 тысяч самоцветов. Пишите в комментариях, о чем снять следующий видос. Сегодня жду вас на стриме. Всем пожелаю огромнейшей удачи. Всем пока. Стрим примерно начнется в 10. Чао.